Он любил детей, но был строгим и справедливым педагогом, настраивал юных баскетболистов только на победу, вспоминают воспитанники и коллеги легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева. Его не стало в 2008-м, но каждый год ученики, коллеги и друзья собираются вместе, чтобы почтить память наставника. Относился к своим воспитанникам как к своим детям. Первая тренировка у него была, например, в 7 утра. Да, последних 6 вечера заканчивал. То есть он проводил практически весь день с ними. На сборах, на соревнованиях. Очень увлеченный человек своим делом, поэтому и результат у него был такой хороший. Юрий Павлович был жестким и справедливым тренером, которым должен быть каждый тренер. То есть он не просто нас тренировал, он учил нас жить. Он прививал нам именно инстинкт победителя, что если ты выходишь на площадку, ты должен обязательно победить. Один из лучших тренеров куйбышевского и самарского баскетбола Юрий Тюленев воспитал целую плеяду успешных баскетболистов. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера, олимпийские чемпионы. Тренировался у Тюленева в школьные годы и глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор, а также глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости церемонии возложили цветы к мемориальной доске. Ее по инициативе Дмитрия Азарова установили на стене дома, где жил заслуженный тренер, на улице Садовой, 212-Б. Ежегодно в память о Юрии Тюленеве на площади Куйбышева проходит турнир по баскетболу 3x3 «Самара Опен». В этом году его посвятили еще и году педагога и наставника. Я очень рад тому, что наш турнир, посвященный памяти великого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева, фронтовика, человека, который дошел до Берлина, был награжден орденами и медалями нашей страны, проходит 14-й раз. Конечно, память о нашем и моем наставнике мы с друзьями и товарищами, с нашей командой пронесем с собой через всю жизнь. Давайте воздадим должное наставникам, нашим учителям. У каждого из нас они есть. И давайте вспомним их сегодня и поблагодарим аплодисментами. Спасибо тренеру, спасибо наставнику. На площади организовали 17 именных кортов, посвященных наставникам. А на главной площадке свое мастерство показали сильные духом команды баскетболистов-колясочников из Ульяновска и Димитровграда. Команда «Форвард» представляет город Димитровград, Волга, Ульянов. Затем состоялись матч тренеров и матч звезд, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Павличук, Азаров. Дальнее попадание. И хотя борьба была упорной, на табло равный счет победила дружба. Всем участникам звездного матча вручили золотые медали. В этом году турнир по баскетболу «Самара Опен» собрал рекордное количество участников – 324 команды или 1300 спортсменов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.